сегодня праздник Микки Мауса. Мне дали такой билетик, и я иду посмотреть, что там такое. Крупнейший магазин беспошлинной торговли в Таиланде и The Walt Disney Thailand компания объединили свои усилия, чтобы отпраздновать 90-летие волшебства Микки Мауса. Истории персонажей Диснея выходят за рамки времени и продолжают удивлять поклонников по всему миру. Фотографируется с Микки Маусом. Много-много Микки Маусов. Подарочки. Мышонки ходят. Дисней и Микки Маус были неотъемлемой частью жизни тайских фанатов на протяжении десятилетий. И Микки остается любимым персонажем, который напоминает поклонников всех полов и возрастов, чтобы улыбаться и жить с оптимизмом и надеждой. Вагончик уезжает. Celebration Express – это забавный поезд с окнами в виде иконок Микки, которые служат идеальным фоном для фотографий. Бульвар Микки и друзья спроектирован как настоящая улица с множеством магазинов и развлечений. Декорации на обеих сторонах зданий вдохновлены некоторыми персонажами Диснея в забавных выходках. К ним относятся Микки Маус, Минни Маус, Плутон, Гуфи, Дональд Дак, Чип и Дейл. Для развлечения посетителей существуют мероприятия, открытия для поклонников всех полов и возрастов. И тут можете приобрести себе сувенирчики с Микки Маусом, любые. Полотенца, чемоданы есть, шляпы всякие, мишки, мартышки. Такая маленькая мышка тоже. Микки, Микки.
даже лифты, если вы заметили, с изображением Микки Мауса. Вот столько разных красивых дизайнерских.